Добрый день, Сергей. Мы еще ждем участников. Да, добрый день, друзья. У нас участники будут в трансляции. Вот, и если будут у них вопросы, то тогда их будут сюда написать для вас, то есть скопировать. Да, давайте начинаем. Я представлю, мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященных автоматизации. И сегодня мы поговорим про внедрение системы 1С ERP. У нас на связи Ирина Гладарева из компании Accelsoft. И она нам расскажет про 5 критериев успешного внедрения системы. А после выступления мы поговорим про то, какие подарки приготовили для сегодняшних слушателей и что, какие подарки можно получить по промокоду. Так что слушайте Ирину и потом дождитесь окончания, послушаем интересные предложения. Тогда передаю слово. Спасибо большое. Я тогда буду делать сразу демонстрацию экрана. Спасибо большое за такую возможность, потому что, когда показываешь рабочие примеры, наверное, больше всего информация как-то укладывается в голове по полочкам. Ну и для начала я тогда забираю экран на себя. Хотела узнать, видно ли экран сразу. Сергей, дайте, пожалуйста, обратную связь. У меня вроде как все написано. Запустил демонстрацию. Да, да, видно. Ну, все, хорошо. Значит, я начинаю. Мне вас слышно. Надеюсь, меня также хорошо слышно, видно. Компания Accelsoft представили. Это франчайзи фирмы 1С. И, в принципе, мы уже достаточно давно ведем работу на рынке. 2006 года. И накопился определенный опыт успешных внедрений. Конечно же, этот опыт накапливался не в рамках одномоментного или там знаний после вуза, это все приходит с опытом. Какими-то определенными своими наработками я бы хотела поделиться. Один из моих таких главных правил и принципов работы — запланировали, сделали. Но здесь тоже оговорочка по Фрейду. Очень часто на этапе начало проектной деятельности две стороны, исполнитель и заказчик, могут не точно знать, что хотят получить в итоге. Поэтому как правильно планировать и как достигать результата, наверное, вот к этому своему посылу я бы хотела сделать эту презентацию. Ну и одна из важных ключевых моментов, почему именно эта тема, как правильно выходить к успешным проектам, была выбрана мною неспроста, потому что сегодня, с одной стороны, рынок специалистами переполнен, а успешных проектов мало. И возникает диссонанс между руководителями или заказчиками проекта и исполнителями. Ну, здесь я бы выделила несколько моментов, которые, наверное, важно, да, отметить для себя, кроме того, что диссонанс присутствует. Чем он вызван? Вызвано тем, что сейчас проекты стали очень крупными, и внедрение большого модуля, такого как ERP, на крупную компанию – это сложный процесс. И мало быть умным, грамотным и с хорошим опытом, необходимо уже выходить на эти предложения крупной проектной группой. Проектная группа – это такой сложный механизм, где взаимодействуют несколько или разные специалисты, и правильно спланированные, спрогнозированные работы внутри группы для меня – это залог у одного из успеха завершения проекта. Поэтому здесь специалист – это хорошо, но сегодня более ценится именно группа. Ну и, наверное, какие бывают головные боли, или почему мы сталкиваемся с таким стопором. С одной стороны, внедрение ERP должно быть, но мы его видим, что есть противники этого внедрения, и здесь стоперы обоснованы. Такие, как специалисты все заняты и не хотят отрываться от основной деятельности, часто очень отмахиваются от встреч, от передачи данных.
или информации, как должно быть, или требования становятся не системными. То есть вот это вот все отрыв от основной деятельности. Очень часто много переговоров. Здесь также на этапе внедрения, когда человек или заказчик конкретно не видит результатов, что происходит на каждом этапе, то есть возникает такая нелепая ситуация при внедрении проекта, когда непонятно, куда мы идем и зачем мы это все делаем. Вот чтобы вот эти вот два дисбаланса разрешить, наверное, выделяется такая тема, как 5 критериев. Я не стала расписывать слишком много критериев, а именно 5, которые для меня являются полноценными, достаточными и, в общем-то, определяющими результат работы после внедрения. К этим критериям я бы выделила основные такие, как правильный анализ и оценка работ, то есть это предварительная оценка, распределение границ проекта, потому что в ходе работы и во время работы, и после сдачи проекта всегда возникают дополнительные пожелания, и здесь надо понимать, где являются границы рабочего проекта и дополнения. Все это определяется на этапе старта. А вот контроль управления проектом – это уже умение выстраивания баланса, да, взаимных требований и обязательств, и это должно быть тоже закреплено в письменном виде. Оценка результатов. Хорошо, когда мы слышим какие-то субъективные мнения, но я сколько работаю, чаще всего прихожу к тому, что как только звучит оценка в рамках «мы уже находимся на этапе 70% выполнения работы», цифра 70% всех радует, но надо понимать, сколько еще осталось, и надо понимать, как эта оценка была выстроена. То есть мы сегодня немножечко затронем про алгоритмы оценки результатов работы. Ну и сегодня очень модная тема, популярная, как эмоциональная стабильность, но насколько она популярна, настолько она и важна. То есть сегодня, так как проекты у нас длятся более трех месяцев, а вообще по хорошему внедрению ERP это проект почти на год, практически год две команды работают бок о бок, и вот здесь соблюдение эмоциональной стабильности сегодня является одним из важных критериев успешного внедрения. То есть если одна из сторон будет крайне недовольна, то, наверное, проект может как-то и провалиться. Но для того, чтобы все это соблюсти, давайте с вами 5 этих критериев разберем на составляющие. Здесь будет, наверное, более понятно, о чем идет речь, если погрузиться в каждую область более детально. Анализ и оценка работ – это первичная предварительная оценка. Часто бывает, или она звучит от заказчика неполноценно. И правильный подход к сбору документации, что хочет получить в итоге наш партнер, наш заказчик, то здесь я бы выделила, что надо обязательно собрать всю максимальную информацию, вплоть до того, что будут первичные документы, отчеты и какие-то дополнительные пожелания, регламенты. То есть все это собирается и описывается при оценке объема работы. Также мы описываем в планах, как это будет встраиваться, и разбиваем крупные задачи на... Разбиваем крупные задачи на проекты, подпроекты, этапы проекта и уже задачи. Задачи на этапе планирования могут еще не сформироваться, но укрупненные этапы работ мы должны уже получить. Сколько трудозатрат мы будем иметь, сколько проектная группа будет, сколько человек надо привлечь. Соответственно, это почасовка, дополнительное время на время заказчика, то есть сколько надо будет времени экспертов приглашать, привлекать для оценки и описания задач. В общем, это все важно сделать и объяснить на предварительном шаге анализа и оценки, описать, что часть работ будет делегирована или обязательно направлена для оценки уже для нашего заказчика. Ну и бизнес-процессы, когда у нас они описаны в виде схем, как минимум, либо описаны в виде текстового файла, уже показывают единое понимание того, что проект будет выполнен успешно. То есть, когда все этапы бизнес-процессов описаны,
то и оценка этих работ является максимально приближена к реальности. То есть если мы оставляем это на уровне «поговорили, закрепили в письменном виде где-то почта Outlook», этого мало, крайне мало для того, чтобы оценить проект. Этому этапу я уделяю максимальное внимание, и чаще всего у нас получается, что в таком ракурсе описания более понятно и для исполнителя, и для подрядчика. Для себя у меня есть определенные регламенты, то есть расписано не просто, да, что мы делаем анализ этапа, но и расписывается, кто привлекается к тем или иным работам, какая ответственность лежит на каких лицах для того, чтобы данная работа была выполнена максимально полноценно. То есть вот эта дальнозоркость на год вперед, она дает хорошие результаты в рамках того, что мы потом сделаем красивую рабочую систему, которая будет работать, а не занимать наше время. Ну и для документации как бы я расписываю не просто этап анализа, да, ну и дальнейших работ. То есть, чтобы потом в будущем мы понимали, какие лица будут привлекаться для каких задач, где совместная работа будет, а где будут проведены работы технических специалистов. Это помогает, это дает прозрачность и планирование работ, поэтому для меня это очень важно. Я это выделила в отдельный этап и, говорю, закрепляю это обычный регламент. Так как я уже сказала, что описание у нас идет, начиная от проектов внедрения, заканчивая задачами и потом подзадачами, то в какой-то схеме таблицы это должно быть представлено. Для мелких внедрений, если мы говорим про микробизнес, малый бизнес, можно, конечно же, пользоваться бюджетными средствами, такими как Excel. Они вполне позволяют в виде таблицы расширяться и делать данные. Но в современный мир и крупные внедрения говорят о том, что уже подобные таблицы не помогают, они громоздкие. Поэтому мы переходим уже к более взвешенному и правильному планированию. Я люблю систему Promo Advanta Group. Здесь у нас идет красивые диаграммы со сроками, с графиками, с передачами задач под задачи, с группировкой по проектам. То есть это все очень красиво выглядит, но система платная, поэтому уже определяйте для себя, как вы будете красиво, некрасиво вести такую аналитику. Я эту табличку, если честно, вынесла. Сейчас мы попробуем. Я ее вынесла для просмотра и, наверное, открою для вас отдельно, чтобы немножечко пощелкать и рассказать, как это все выглядит вживую. Вживую это выглядит как? Что такое проекты? Да? То есть при внедрении ERP у нас есть несколько блоков учета. Самые основные, например, это денежные средства, это производство, например, это закупка сырья и материалы, это продажи. То есть достаточно крупные участки, и на больших заводах это обычно разные и отделы. Поэтому данный модуль или каждый модуль можно выделять в отдельный проект. В каждом проекте есть свои отдельные участки для автоматизации. И на каждом участке автоматизации мы выделяем разные этапы выполнения работ. Каждый этап работ связан с реализацией тех или иных задач. Здесь я бы не рекомендовала в таблицах задачи писать детально, потому что суть каждой задачи – это отдельная структура. Мы, например, пользуемся Jira, где у нас идет описание задачи, кто что сделал, там по часовке тоже у нас фиксируется. Поэтому это как ссылка здесь участвует. Далее, очень интересный пункт такой, как выполнение проекта. Когда мы его видим в виде зелененькой циферки с большим процентом выполнения, у всех возникает эмоциональный подъем в рамках того, что мы идем все по плану, у нас все хорошо.
Желтенький говорит о том, что надо приглядеться, а вот красный говорит о том, что где-то идут простои, и наши планы не совпадают с тем, что как мы идем в ногу или не в ногу. Поэтому здесь как минимум этот критерий, он субъективен, если мы будем ставить по личному мнению, например, как со стороны исполнителя. Но он будет объективным, если мы прибавим к этому параметру критерии качества оценки выполненной работы. Как это можно сделать? Если мы знаем или мы оценили, что на выполнение конкретной задачи у нас уходит количество времени, то мы можем оценить, исходя из объема выполненных работ и потраченного времени, сколько процентов у нас уже данная работа завершена, на каком этапе мы находимся. Тогда это уже будет оцененный параметр, который дает показатель качества выполненной работы. Если у нас есть сроки у нас есть дедлайн у каждого этапа, то есть если мы подходим к сроку, а работа выполнена еще не полностью, то тогда можно говорить о том, что подсвечивать, например, красненьким, да? То есть срок пришел, мы планировали завершить эту работу, а задача была всего лишь на немножко, показать нечего. Вот. Для чего это делается? У каждой задачи мы понимаем, что будут сроки, которые будут где-то гореть, где-то сдвигаться, где-то в ходе процесса работы часть задач будет отпадать, и часть задач будет появляться новые. Это нормально в ходе выполнения работ, в ходе внедрения менять приоритизацию каждому этапу задачи. Поэтому здесь у нас могут быть простои, и каждый этап, если вдруг происходят какие-то задержки, было бы неплохо подсвечивать, чем это связано, в виде текстового пояснения, в виде текстового комментария. Обычно контроль качества работы у нас проходит в моей практике раз в неделю. То есть раз в неделю мы формируем файл, какие задачи выполнены, на каком этапе мы находимся, и каждую неделю идет подсветка, что сделали, с кем согласовали, где идут проблемные участки, то есть нет обратной связи, не можем провести, технического обеспечения не хватает, у кого-то выпал отпуск или внезапная болезнь. То есть мы это все подсвечиваем для того, чтобы понимать, какие причины повлияли, на что мы можем. Кто-то заболел из сотрудников, можно привлечь других людей. Технические проблемы, надо кому-то эскалировать задачу, поднимать более на высокий уровень проблематику для того, чтобы процесс пошел. То есть, в общем, красненькая подсветка, и это говорит не о том, что все очень плохо, это говорит о том, что сюда надо уделить больше внимания и посмотреть проблематику, определить, кто будет решать вопросы, задачи. Это уже связано с контролингом, то есть планирование. Хорошо, контролинг в виде цифрик – это интересно, но когда эти цифры обоснованы и подкреплены решениями, которые могут предпринять две стороны – заказчик и исполнитель, это уже становится не просто табличка для просмотра, это уже становится объектом для продвижения проекта в сроки. Ну и так как мы все любим деньги, я думаю, правильно понимать и оценивать проект не просто по рабочим часам, но и немножечко добавить сюда финансовую составляющую. То есть как только мы видим, сколько стоит проект, тут же понимается, насколько это внедрение важно или не важно для нас. То есть если это направление бизнеса, которое будет приносить в будущем большие финансовые прибыли, то, соответственно, мы понимаем, что внедрение в рамках этой суммы и конкретных сроков обосновано, понятно, целенаправленно, и мы можем это делать. То есть здесь мы оцениваем стоимость работ. В голове у себя заказчик держит, сколько данное направление будет давать ему прибыль в будущем. Ну и готов ли он в эти сроки вкладываться для того, чтобы все-таки свои намерения или планирования были реализованы в том объеме и в те сроки, которые были спланированы изначально. Бизнес без планирования – это, наверное, уже не бизнес в наше время, с учетом того, что рынок меняется, и надо очень хорошо иметь представление, как идут твои процессы и насколько мы успеваем в ногу со временем выходить на новые рынки.
Здесь у меня несколько проектов, они так завуалированно названы TTE Marketplace. Это новое направление проектной деятельности у компании ITU. Поэтому здесь они так красиво обозначены. Каждый из которых несет определенную доходность, дополнительную доходность в копилочку компании. Ну и есть такое понятие, как развитие ERP. Здесь у нас стандартные бухгалтерские проекты идут. Но заметьте, что внедрение проекта, точно так же и внедрение новых модулей в блок ERP, они содержат одни и те же этапы внедрения, этапы разработок. Без анализа и обследования, я уже сказала, у нас не происходит ничего хорошего. Потому что сколько бы мы ни проговаривали, правильная аналитика в будущем позволит правильно спрогнозировать сроки выполнения и, соответственно, определить время работы над тем или иным проектом. Оформленное ТЗ, техническое задание и документация по проекту – это тоже огромнейший бонус в того, что вы будете работать в планах с графиком работы. Да, мы закладываем в эти графики, закладываем очень часто риски, кто-то заболел, кто-то не смог, у нас праздники выходные очень часто забываются, да, прописать, но в этом плане закладываются риски, на то они нам нужны. Ну и если говорить про то, как мы оформляем сегодня в своей работе каждый модуль, то есть я уже показала, у нас есть блок внедрения, это по чекам. Здесь у нас идут описание каждого участка, что мы будем делать, описание сроков, как мы выходили на эти сроки, были ли просрочки, оцениваем. Ну и разбиты все на задачки, то есть вот по срокам снова идет такое вот внедрение с красотой. Сделано, не сделано, как сделано, успешно, не успешно. То есть все подсвечивается дополнительно для того, чтобы понимать, как мы идем. Документальное оформление тоже вам немножечко покажу. Если у нас есть какие-то технические правила, мы их описываем. Если у нас есть блок-схемы для бизнеса, понятная на русском языке, да, как это идет внедрение, обязательно прописываем. Потому что на первичной этапе оценки данной работы звучало, знаете как, звучало «хочу внедрение чеков», чеки должны биться в течение 24 часов после оформления там, документа. То есть не более 24 часов. Когда стали делать уже проект, когда стали задавать вопросы, то выяснилось очень много условностей, в каких случаях документы не должны формироваться, чеки, а в каких случаях они должны формироваться моментально, а где-то задержка прям не может, вообще не может появиться. Ну и в том числе, если говорить про хорошее внедрение, то мы должны в том числе описывать, какие типы ошибок мы можем столкнуться и как с ними будет работать пользователь. То есть здесь подсвечены ошибки красненьким цветом, и отдельно у меня в описательной части есть порядок исправления ошибок для пользователей, чтобы они знали, как выходить из той или иной ситуации, с которой они могут столкнуться в работе. Хорошая описательная часть – залог того, что пользователь будет работать после внедрения без вас, без участия разработчика и группы поддержки. Я считаю, что это один из важных критериев внедрения, когда все сделано, все понятно, и на дополнительной поддержке, ну, скажем так, только если новые блоки какие-то надо реализовывать. По каждому этапу у нас есть регламент, который диктует бухгалтерский учет и законодательство. Все это мы выносим в описательную часть, в техническое задание. Если мы пользовались обязательно разъяснениями и федерального закона, и консультант привлекали, то к ТЗ я прикладываю все эти знания, потому что на момент разработки они актуальны, может быть, через какое-то время они станут неактуальными, и здесь надо будет понимать, почему было выбрано то или иное решение, на что мы опирались в ходе реализации своих доработок. Это вот к тому, что сбор документации должен быть максимально полноценным на самом первом этапе.
Ну, здесь много. Я вам просто покажу, что мы много, вроде как по простой схеме, но документация была собрана много. Ну и каждый этап внедрения или каждая разработанная задача имеет описательную часть. Она необходима как для технического специалиста, который в будущем вдруг придет, будет дорабатывать эти участки. Точно так же на русском, на понятном языке, со ссылками, с картинками, то, что любят наши пользователи, мы уже подсвечиваем, как это было реализовано в системе, где находятся все эти объекты и описание, для чего каждый объект создан. Ну, говорю, на доступном русском языке здесь все представлено. Это вот небольшое такое погружение, как мы делаем свои доработки и оформляем документацию. Кстати, один из опытов, который успешно здесь у нас внедрен, это выкладывание документации не в виде вертовского файла, а именно в виде облачного решения, которое доступно для всех пользователей. И, соответственно, любой человек может всегда по поисковой системе найти эту документацию. Возвращаемся немножечко к нашему проекту. Так, и здесь. Мы коснулись того, что таблица нужна на первичном этапе планирования, наполняться задачами и структурироваться по срокам, по оценкам, она будет в ходе уже, когда будут задачи эти расписаны, то есть когда уже идет оценка работы. Я уже подчеркнула и повторюсь еще разочек, что в оценку временного интервала мы должны закладывать риски на те случаи, которые мы не предусмотрели, невозможно все предусмотреть на этапе начала. А риски закладываются, дам среднюю оценку, 20% от времени, которое изначально заложили на работу. И риски высокие, 50%, если менеджер проектов или группа компаний работает впервые с этим коллективом. То есть я не знаю, сколько будет делать данный специалист эту работу. Либо работа настолько не описана на начальном этапе, то есть абсолютно слабые вводные данные, закладывайте все 50%. То есть я предполагаю, что угадают мелодию за 10 часов, 50% сверху кидаете, это будет точно вам необходимо время для того, чтобы выполнить эту работу и не подвести своих заказчиков, своих партнеров в рамках срока. Я уже немножечко показала, какие этапы проекта есть. Я уже сказала, что без разницы, это внедрение новых модулей учета, либо это доработка текущих блоков ERP. Этапы у нас всегда одинаковые. Это аналитика, она очень важна. Это разработка проектной документации, техническое задание, пример я вам показала. Разработка и тестирование, наверное, я вам тоже сейчас быстренько пробегусь и покажу, как выглядит это и почему это важно. Внедрение и доработка почему-то выделяется или редко выделяется этот этап. Поясню его. Внедрение, когда вы выложили все в рабочую базу и пользователи начали пользоваться системой, у меня очень часто появляется пожелание, например, добавить еще какую-то галочку или какую-нибудь колоночку в отчет. То есть отчет есть, он работает, он функциональный, но в ходе работы, в ходе эксплуатации появились дополнительные пожелания. Они небольшие, они несущественные, они всегда появляются. Поэтому здесь мы говорим, что при внедрении у нас будет какой-то этап постфактума доработки. Обслуживание и доработки. То есть в ходе работы гарантийный период обычно месяц идет, гарантийное обслуживание. То есть пользователи пользуются, выявляются индивидуальные какие-то исключительные кейсы, которые ранее не были затронуты. И здесь потребуется какое-то количество времени на исправление или доработку не выявленных кейсов. Вот. Ну и обучение инструктаж – это тоже показатель качества внедрения системы, потому что без документального подтверждения, что работы завершены, и без проведения обучающего мастер-класса по выполненным работам, наверное, это будет наивно полагать, что придут специалисты, почитают техническую документацию, все сразу поймут. Даем инструкции, даем обучение в виде вот таких конференций, после которых мы отвечаем на вопросы. Это тоже гарантирует нам, что мы работу выполнили качественно, нас поняли именно в том виде, в котором мы планировали изначально делать. Очень хорошо делать такие обучения и передача знаний
в рамках выполнения каждого блока или каждого проекта, не дожидаясь тоже одна из ошибок, бывает внедрение, мы вам сдадим все сразу. Нет, сдаем маленькими участками, маленькими блоками. Таким образом, мы демонстрируем своему заказчику, что работы выполнены на определенном этапе качественно, с этим можно работать. Мы показываем о том, что работа выполняется в сроки. Это тоже, говорю, я уже подчеркивала, да, эмоциональная стабильность. Здесь мы выравниваем свои взаимоотношения. Не просто верим мне, что я тебе через год все сдам, а мы сдаем этапами для того, чтобы пользователи могли научиться работать, выявить новые кейсы, понять рабочие процессы и уже легче входить в рабочую зону без каких-то там нервозных ситуаций. Ну и сценарий тестирования я вам тоже хотела показать, поэтому чуть-чуть выйду снова в свою рабочую зону и сделаю вам так, тестирование. У нас проходило, и он написан на этапе аналитики, то есть какие мы должны сформировать документы, какие надо смоделировать ситуации, и, соответственно, после приемки работы у нас должны быть демонстрационные картинки от пользователя, кстати. Подчеркну, что эту работу проводится совместно аналитик плюс пользователь, показать, что да, эти работы все выполнены, работы зафиксированы, они формируются правильно. Каждым типом у нас идут свои сценарии тестирования, где мы это подчеркиваем. Это я прервалась. Показала, что сценарии, они существуют в виде документов. Возвращаясь к нашим критериям. Этапы подчеркнули, запомнили. Обычно они у всех типовые, поэтому если у вас что-то появится, какой-то новый этап, я буду рада послушать, какие этапы внедрения у вас есть каждого проекта. Показываю, что документацию мы оформляем всегда в письменном виде. Обязательно, чем подробнее документация, тем меньше будет вопросов после завершения работы, когда надо будет подходить подписанию акта приемки передачи. Ну и здесь второй этап я выделяла, это границы проекта. Границы проекта у нас определяются графиками, и уже показывала в табличке, что мы эти графики закрепляем и за проектом, и за этапом. И уже говорила, что мы закладываем отпускные праздничные дни, и если вдруг кто-то заболеет, то есть это риски. Ну и, соответственно, если мы правильно спрогнозируем этап работы, то, наверное, наше взаимодействие будет наиболее комфортным и приятным. Контроль и управление проектом я тоже вам показала в таблице вживую, как это проходит. Показала, что объем выполнения работ очень показательный. Он дает субъективную, объективную оценку, как проходят работы. И текстовое описание подсвечивает либо положительное выполнение работ, положительную динамику, либо наоборот подсвечивает риски, где надо эскалировать задачи на высокий уровень. Бывают такие моменты, когда это необходимо делать. Ну и далее. Контроль односторонний также неэффективен, как и отсутствие. О чем это говорит? То есть если на этапе начала мы не договоримся, что по каждому этапу или каждую неделю данные отчетные показатели не будут просматриваться, ну, называется, для чего мы пишем, для кого мы пытаемся что-то доказать. То есть вот подсветка этапа выполнения работ достаточно важна для того, чтобы правильно распределять работы и было единое понимание выполнения работ. Обязательно договариваемся, что данную документацию читают две стороны, а не так, что одна сторона исполнителя подготавливает его, а вторая сторона знакомится там условно раз в месяц. Раз в месяц решение проблем назревающих – это достаточно это мало, редко и могут привести к задержке. То есть вот эти два показателя как минимум должны просматриваться. И если они все хорошо у вас идут, я очень рада за такое внедрение, потому что такие внедрения бывают крайне редко. Достаточно часто необходимо привлекать дополнительных специалистов, экспертов,
решать проблемы, либо обсуждать там, новые сроки, новые задачи. То есть всегда во время выполнения работ появляются моменты, которые надо решить. Но эти моменты мы закладывали в рамках рисков, поэтому они имеют место быть, они уместны. Но снова, две стороны должны быть участны в этом процессе. Ну и формат передачи информации тоже кому как удобно. Кто-то любит смотреть и читать все внимательно, кто-то любит очень кратко и сжато, поэтому на этапе старта работ необходимо договориться, как будет происходить взаимодействие. Я уже вам показала, что у нас есть Confluence, это единая система, куда могут подключаться все участники проекта и, в общем-то, в свободном режиме просматривать. То есть кому-то удобно на почту получать, кому-то удобно в таком пространстве получать информацию. Кто-то любит более детально, кто-то любит менее детально. Поэтому договорились и выполняем эти договоренности. Оценка результатов внедрения, наверное, это самая приятная часть работы, когда мы подписываем акт приемки передачи работ, пожимаем руки и говорим, что спасибо вам за выполненную работу. Чтобы все эти этапы у нас проходили планомерно, без вопросов, а что было сделано, мы все это делаем, в том числе документально оформляем. И для того, чтобы было понятно, что акт стоит подписать после любого внедрения, я уже вам говорила, что у нас есть инструктаж. И вот инструктаж – это хорошо, а вот после каждого инструктажа я сегодня уже в своей практике стала вводить тестирование. То есть тестирование показывает, что все пользователи довольны, не возникает вопросов по действующему функционалу, и, соответственно, те вопросы, которые выявлены дополнительно, они получили свои дополнительные ответы, и у нас не осталось никаких проблем. В том числе вот эта вот любимая наша система звездочек, да, 5 звезд за выполненную работу, это тоже показатель удовлетворенности вашими работами, поэтому вот сегодня мне это помогает. Это сегодня мой лайфхак, который я внедряю после там, любых маленьких, больших проблем, внедрений, где и как можно расти, что бы хотелось доделать, либо какие вопросы мы еще не успели ответить, то есть остались черные зоны, да, у специалистов. Но когда вы предоставляете, что вот мы сдаем всю документацию, вот мы сдаем рабочие инструкции и результат тестирования, в том числе тесты, которые демонстрируют удовлетворенность пользователей этим функционалом, что они пользуются. Тогда подписание документов будет проходить быстро. Ну и про эмоциональную стабильность. Я так много-много раз пыталась сюда подчеркнуть, донести это. Доказано уже всеми учеными нашими и моей личной опытом и практикой, что когда мы приходим на работу с улыбкой и уходим с работы с улыбкой, рабочий день наиболее эффективен у всех специалистов. Мы так устроены, мы на это заточены. Когда тебя хвалят, когда ты видишь динамику своей работы, это все очень хорошо сказывается, в том числе и на результативности ежедневной работы. Поэтому поддержка именно этого хорошего настроя, поддержка взаимопонимания через объективные показатели, то есть обратная связь для специалистов, что ты делаешь все вовремя, ты делаешь все хорошо. Твои работы довольны, я уже показала, да, у нас есть тестирование. Твои работы довольны. Там все оплачивают, и у нас нет с обратной стороной конфликта интересов. Это все влечет за собой именно тот подъем, который дает хорошее качество. Поэтому как его поддерживать, этот эмоциональный настрой? Как внутри команды его поднимать, да, боевой дух? Наверное, это одно из тех опытов, подъема команды работы во внеурочное время, да, привлечение сотрудников после работы. То есть вот за счет вот этой вот командности, за счет этой результативности, за счет того, что каждый участник команды понимает свою важность в проектной группе, в проектной работе, наверное, это ключ к тому, чтобы все делать быстро, хорошо, качественно и результативно. Ну и в том числе поддержка эмоционального здоровья среди исполнителей заказчиков.
это тоже хороший показатель того, что вы пойдете в ногу друг с другом, и не будет никто друг друга тормозить. Поэтому выстраивание диалога внутри команды, выстраивание диалога между заказчиком и исполнителем сегодня – это один из критериев качественной работы, потому что потом будет рекомендация. Хорошо. И если говорить про свою презентацию, то, наверное, я ее подвожу так к концу. Я бы хотела задать вопрос для наших участников, кто смотрит в прямом эфире. Если вы могли бы убрать один из пунктов или заменить его, что бы вы убрали или заменили из того, что мы изначально с вами посмотрели? Вот эти вот основные этапы, которые надо пройти. Мое мнение, я просто сейчас чат смотрю, у нас пустой. Да. Пока у нас в чатах нет пользователей. Мое мнение, что ни один из этих критериев выкинуть и убрать нельзя. Даже в том числе то, что не поддается оценке, такая как эмоциональная стабильность, если она нарушена, смена состава коллектива в команде разработчиков – это всегда плохо. Негативное отношение со стороны исполнителей, то есть задержка в предоставлении документации, задержка в предоставлении доступа к данным, к системам, к учетам. Просто из-за того, что с вами не хотят работать, это тоже всегда негативно сказывается. Поэтому вот каждую из этих пунктов я бы выделила и сказала, что они все равнозначны, равновесны и очень важны. Ну и почему я из вот этих вот 5 критериев, я долго думала, включать, не включать знания, опыт специалистов, проектной группы или компании внедрения. Наверное, я бы не стала это делать ровно по одной причине. Что оценить коллективный разум на этапе знакомства с новым проектом очень тяжело, а то, что не поддается оценке, наверное, это не на то, на что стоит опираться. Стоит опираться на то, что команда выполняет маленькими шажками большие работы. То есть мы видим, как они проходят. Поэтому если говорить о рекомендацию для заказчика, то я бы здесь рекомендовала выбирать команду с опытом работы, желательно слаженную команду, которая уже делала именно в этом составе внедрение. И в том числе немаловажно, люди, которые внедряют торговые компании, имеют опыт работы с торговлей, наверное, будут не столь эффективны в рамках внедрения, например, страховых компаний. То есть это разные области. Поэтому здесь тоже очень важно понимать, проектная группа и их успехи были связаны с каким видом деятельности, насколько этот опыт для вашей компании, для вашего бизнеса будет полезен при внедрении. Ну, говорю, это субъективное мнение на этапе знакомства и тендера. Обычно оно выявляется в диалоге, самого первого диалога, где вы работали, что вы делали и так далее. Поэтому это не критерий успеха внедрения. То есть без этого качества, без понимания, что вы с этой с командой будете работать в дальнейшем, наверное, должно быть смысл начинать. То есть сначала выявляется команда, с кем вы пойдете в ногу, почему вы пойдете по внутреннему ощущению. Да? То есть есть опыт, я верю, у меня есть рекомендация об этой проектной группе, ну и, соответственно, мы идем с ней. Ну и примеры внедрения. Я бы вам рассказала один из моих маленьких внедрений, который последним у меня было. Если честно, я очень долго противилась и считала, что неэффективно автоматизировать расчет документов 300 штук в месяц, проще забить руками бухгалтеру. Но в ходе оценки, как я вам показала уже вот эту красивую табличку, в ходе оценки стоимости затрат на разработку и выгоды, которую получит бизнес при внедрении этого маленького модуля, автоматизация начисления роялти франчайзинговой сети, это 300 компаний, да, по России, это 300 документов надо выставить. Получалось, 300 звучит как бы нелепо и немного, а когда сели оценили в деньгах во времени, то оказалось внедрение 8 часов работы,
а эффективность мы получали 10 часов экономии рабочего времени бухгалтера. Это точность расчетов, это быстрый документооборот, то есть это рассылка всех первичных данных уже в нашем франчайзе. И получилось, что да. Получилось, что это внедрение принесло дополнительную пользу компании, и сегодня уже этим успешно пользуется. Наглядность, оценка в виде дат, в виде сумм внедрений, в виде понимания, какой эффект получит компания, она дает тот успех, тот успешное внедрение, которое принесет благо и компании, и команде внедрения. Спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы. Все непонятно. Давайте, пока мы ждем вопросы, я хотел вот со своей стороны поделиться тем, что я услышал. Вот мне из презентации понравился такой, ну, аккуратный, внимательный подход к деталям. Особенно на этапе вот предпроекта, разработки там, программы проекта. Да, и вот эти детали отражены в документации. Это действительно один из, ну, наверное, успехов, да, один из критериев успешности проекта. Второе, мне очень понравилось, что документы наглядные, да, есть графические, даже описание процессов, это тоже важно для заказчика, ну, не тратить много времени на обзор документов, да, глянул, все увидел. Вот такая понятность, наглядность, она, ну, мне тоже вот как-то запала в душу. Ну и, конечно, вот современный подход, да, использование и облачных решений, да, и вот вы Жир упомянули, то есть это тоже мне показалось важным, что вот такая у вас современная компания, да, которая с помощью последних достижений программного обеспечения, да, позволяет вести успешные проекты. Да. Там вопросы появились. Да, я вижу вопрос от Ольги. Пришел. По вашему опыту, сколько времени уходит на каждый этап? Здесь я скажу, наверное, так. У меня есть опыт внедрения крупных проектов и мелких, они разнятся. То есть чем сложнее задача, тем, соответственно, оценка работы больше. Это логично. Как это происходит? На этапе обследования, что мы хотим сделать, какие доработки, я оцениваю количество объектов. То есть если у нас звучит доработка одного документа, поставить одно поле, ну, в рамках 4 часа программисту, мне даже аналитику не надо там быть. То есть он сделает, я потестирую, все, 4 часа пошел. Но это если мы говорим про один маленький там, параметр в существующем документе. А если мы говорим, что этот параметр должен уходить в регистры и участвовать в отчетности в дальнейшем, то есть снова узнаем, а зачем вам этот параметр? Задача усложняется, уже нужен не параметр в документе, а уже надо переходить на более широкий там, детализацию. То уже мы оцениваем параметр 4 часа, дописать его в отчет, еще пускай 4 часа, написать новый регистр или изменить существующие регистры, оцениваю, сколько регистров, сколько они уходят, соответственно, оценка работы увеличивается, ну, там, по 4 часа, например, на каждый этап. Если мы говорим разработка целого блока учета, например, мы вот чеки внедряли, по сути, с нуля. Кроме того, как объект существует, его движение, его правила заполнения, система 1С рекомендует его заполнять руками, у нас это все должно формироваться автоматически. То есть у нас есть первичные данные, из которых первичные данные прокомментируют, да, поступление денежных средств, списание денежных средств, кваринговая операция, возврат. Мы работаем по заказам клиента. Плюс у нас есть документы взаимозачет. То есть вот я перечислила сейчас 6 документов, из которых формируется чек. Абсолютно по разным правилам. Каждое правило мы описывали условиями. Каждое условие – это дополнительное правило отражения в регистре. И вот эта вот работа у нас вышла в проект 2 месяца. Вроде как, да, сделайте нам автоматическое заполнение чека. Звучит легко и просто. Оно изначально звучало на этапе поступления задачи именно в таком объеме. Когда сели оценивать, 5 документов, 3 регистра,
и плюс куча условий, при каких условиях, как мы будем заполнять документ. Плюс у нас должна быть автоматическая отправка чека по расписанию с определенным интервалом. Ну, в общем и в целом, контроль правила заполнения у нас очень много ушло, дополнительных там, временной ресурс мы закладывали. В общем и в целом, внедрение чеков у нас вышло в 2 месяца. Исходя из количества документов, исходя из количества регистров, которые мы должны прописать, отчетов, которые должны прописать, это у нас были обработки, на которые уходит время. Примерно одна обработка такого плана, генерить документы автоматически, она занимает от там, 5 дней, ну, 5-7 дней плюс-минус, да. Ну, вот. Но 2 обработки надо сделать. И это с учетом того, что у нас есть опыт работы с этой компанией, мы не проводили обследование компании, мы не проводили обследование, как заполняются первичные данные, потому что мы с этим уже знакомы. То есть это внедрение уже в текущую систему, с которой мы очень знакомы. 2,5 месяца. 1 проект. Но это нормально. Если говорить про внедрение ERP как целой системы модуля учетной системы, то здесь мы говорим исключительно о сроке в 1 год. Я слышала, что есть меньшие сроки, но снова, значит, компания с меньшим, снова оценивая количество документооборота, которым они пользуются, количество участников проекта. То есть если в компании работает бухгалтер или там зам главного бухгалтера, ну, это одно внедрение. А если у нас работает там 10 бухгалтеров и филиальская система, у нас 200 человек, кто работает в ERP, ну, вы понимаете, да, автоматизировать 10 рабочих мест, которые занимаются там, ну, у каждого подразделения есть свои особенности, как они заполняют первичные документы. Вот с учетом всех особенностей, с учетом масштаба компании делается оценка. ERP на крупную компанию – это... Вот, второй вопрос читаем. Евгений, что предпочитает сейчас бизнес? Локальное решение или облачное? Скажу так, сегодня до определенных обстоятельств облачное решение набирали очень быстрый, хороший оборот. Если будут какие-то изменения в рамках того, что у нас сервера не будут поддерживать нужное, должное качество связи с обменами данных, наверное, мы будем приходить на локальные, но, скорее всего, мы будем стремиться все время к лучшему облачному решению. Так, ну, пока я еще вопросы жду, мы можем пообщаться, если хотите. Я могу еще что-нибудь рассказать интересное по опыту внедрения, если интересно. Давайте я возьму небольшое слово, как обещал, расскажу про, ну, про то, что можно предложить сегодняшним слушателям, да, какие интересные варианты. У нас, ну, первое, то, что видим на экране, да, это предложение компании по промокоду, который видите на экране. Провести бесплатное экспресс-обследование. Да? То есть это, если компания обращается, она настроена на автоматизацию, да, то вот первый шаг помочь ей сориентироваться и сделать там первые такие шаги, это вот как раз экспресс-обследование для этого предназначено, чтобы оценить там примерно рамки проекта, стоимость, да, сроки и так далее. Ну и хочется сказать, что при заключении уже договора на внедрение мы с своей стороны, да, стороны проекта FinTechStop помогаем компании, которая договор заключит. С своей стороны даем там набор документов, важных для запуска проекта автоматизации, и помогаем их там запустить. И более того, вот бесплатная сессия со мной, да, себя рекомендую именно для начала, для старта проекта, да, чтобы запустить успешный проект. Такая сессия, она, скорее всего, будет на троих, да, компания Accelsoft, вот компания, которая заказывает проект внедрения, и с моей стороны участие, вот мы вместе соберемся и попробуем выстроить, да, успешный старт этого проекта. Так, если там появились ли вопросы у нас?
Ирина, вот третий вопрос к вам появился. Давайте зачитаю. Любовь пишет. Добрый день. Как происходит обучение сотрудников? Обучение сотрудников... Я сейчас, наверное, возьму демонстрацию экрана. Я не буду показывать вам обучающие материалы. А вот я просто вам продемонстрирую, что как мы работаем, ну или точнее, там, мой опыт лично. При обучении у нас есть обучающие встречи. И в частности, инструкция в тексте. Сейчас вот так вот поднимусь. Инструкция в тексте. Описание, зачем мы делали данный этап. Ну, общее такое понятие. Инструкция. От вопроса у меня поступали по результатам теста, когда люди познакомились с этим материалом, и я, ну, как бы вот один вопрос поступил, на него расшифровала. То есть что-то было непонятно, значит, надо сделать более понятно. А вот, а вообще, ну, первый отчет, вам понятно, что это отчет, а вообще у нас с этого отчета начинается закрытие месяца, мы выявляем, какие данные были ошибочные, где надо исправить, подправить, где не хватило товарных остатков, в общем, много чего мы с ними делаем и работаем, достаточно сложные и емкие, но очень важные работы. Так вот, здесь расписано, какие мы можем посмотреть варианты отчета, что этот отчет, вариант дает, кто его делает. Как его формировать, настройки для пользователя. И смотрите, видео, динамика первого отчета. Переходим по ссылке. И вот здесь у нас ссылочка есть для... Она одноминутная видеоролик. Вот, показывает, как эту настройку выполнить в системе. Рассказываю голосом, что мы с этим делаем. Ну, соответственно, вот так происходит обучение. Отдельное обучение у нас проходило, снова я не включаю вот сейчас ни в коем разе, но часовое обучение у нас проходило с пользователями, оно находится по определенной ссылке, где уже люди могут посидеть вместе с нами на собрании в записи. То есть вот так проходит, то есть описание, это говорю, это отчет, описание, как работать с отчетом, видеоматериалы, видеоинструкции, инструкция в тексте, кто как привык. Закрепляем проверку знаний, у нас есть тест. Покажу вам. То есть, да, все очень серьезно. С учетом того, что люди приходят. Сейчас права доступа не буду заполнять. Ну, кстати, результаты теста я скидывала данному бухгалтеру, где тоже мы видели, что качество знаний наших пользователей достаточно высокое, 80-100%. Показатель хорошего качества. Проценты 15-35 были у новых сотрудников, по которым я попросила главного бухгалтера перенаправить снова на учебную зону и придать знания. Так, как проходит? Дальше читаем. Сергей, как долго действует промокод и к кому обращаться? Ну, давайте еще раз на экран выведу. Ну, мы не устанавливали ограничения для промокода, да, поэтому там в разумные сроки, я думаю, до конца года он точно может действовать. Обращаться можно либо ко мне, да, вот электронный адрес у вас внизу на экране, либо к Ирине. Вот Ирина, наверное, может сказать свои координаты, да. Ну, либо для простоты пишите мне, а я уже тогда организую вашу коммуникацию и с Ириной, и с этой компанией. Ну, я, наверное, сейчас быстренько перелистну демонстрацию на свои контакты, на компании. Да. А вот, потому что, да, мы с вами очень сегодня продуктивно много поговорили. И чтобы оставаться всегда на связи, можно сделать скрин экрана. У меня тут фокусы, я, наверное, хочу скрин экрана. Это у нас ссылочка на Skype, быстрый доступ, телефон, сайт есть. Ну,
можно взять координаты. Все вопросы у нас появились. У нас со временем. Ну, пока вопросов нет, наверное, можно, если они появятся потом, да, те, кто скопировал координаты Ирины, вполне может обратиться, правда же, Ирина, да, и после, ну и после завершения нашей встречи. Поэтому обращайтесь ко мне по контактам, либо к Ирине, да, и мы постараемся на ваш вопрос ответить. Хорошо. Если у нас сегодня встреча прошла такая продуктивная, я, наверное, всем пожелаю вам хороших внедрений, мягких, успешных. А вот, хочу сказать, что на одном из собеседований меня спросили, было ли у меня плохое внедрение, неуспешное. Вот честно могу сказать, что плохих не было. Из любой ситуации можно найти выход, в любом взаимодействии можно найти понимание. Самое главное – подойти с договоренностями на начальном этапе, как будет проходить работа, проговорить примерные сроки, проговорить о том, что эти сроки будут сдвигаться, и это нормально. А вот, ну, говорю, здесь в рамках поддержки, взаимопомощи и идеи, и когда мы идем к единой цели, это самое важное для того, чтобы проект был завершен. Если один из каких-то пунктов хромает, нет недопонимания происходит, то, наверное, это будет самый такой примитивный, но самый ключ, когда что-то варится не так. А если мы идем куда надо и понимаем нашу цель, то будет все хорошо. Тогда, наверное, все, да, на сегодня. Спасибо большое Ирине, спасибо большое всем за участие. Действительно, была очень полезная, продуктивная встреча. Спасибо. До свидания. До свидания.